Эйзенбурге! Черт, Бриббада, неужели его убьет? О, господи, черт! Это просто жесть, вы это видели! Что творим, бро? Меня зовут Саргионис, и бро, сроу уже, приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду! Ибо ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, бро, тебе песню очень нравится быть под нами! Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы самый слабый на ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Ты банда, то, что я узнал, это ужасно. Мы проездом в этом месте, и здесь я встретил своего подписчика, который мне рассказал, что именно здесь живет реальный Джейсон Вурхис. Он написал его зеленую кофту, лысую большую голову в шрамах и маску, которую никогда не снимает. Все жители этой деревни боятся выходить на улицу, а полиция ничего не может ему сделать. И самое интересное то, что здесь пропадают люди без вести. Мы не могли просто проехать и не исследовать это место с моего дрона. Ведь вдруг здесь живет реальный Джейсон Вурхис, хотя у нас уже с ним своя история. Я уже снимал с него маску, делал на него куклу воду и даже отрезал ему руки. Но после трех ночи он постоянно куда-то пропадал и больше его не видел. И мне кажется, банда, что руки у него даже, возможно, отросли, потому что это монстр. Тем не менее, бро, давайте это видео наберем. Сколько наберем, Настя, лайков? Давай 100. 100 лайков? Окей, Суприм Банда, давайте на это видео наберем 100 лайков, и я уже сниму ту самую долгожданную русалку со своего дрона. Так что будьте скорее, со ссылкой в описании, ставь лайк, а мы теперь запускаем дрон. Погнали! Окей, Суприм Банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. Чтобы вы понимали, улица, где живет Джейсон Вурхис, полностью в безлюдном месте. То есть здесь вблизи нету никакой цивилизации. Он вдали только виднеется какой-то поселок, и все. Вокруг только одни леса и поля, и все. Больше ничего нету, банда. Я думаю, что эта улица очень сильно подходит Джейсону Вурхису. Тем не менее, бро, давайте пока что все здесь поснимем, посмотрим. Окей, как видите, там реально вдали есть какой-то поселок. Это один поселок, а еще в другой стороне есть второй поселок. То есть получается, где живет Джейсон Вурхис, вокруг два поселка. Из этих обоих поселков пропадают без вести люди. Окей, вот Настя уже поворачивает. О, видите, там есть какой-то дом. Говорят, что именно в этом доме живет Джейсон Вурхис. Поблизи только два заброшенных дома. Это такая жесть, Суприм Банда. Мне просто не верится, что мы сегодня находимся в таком месте. Тем не менее, бро, я очень надеюсь, что мы сегодня с ним реального Джейсона Вурхиса. Окей, пока что ничего плохого здесь не видно, только поля и леса, и все. Это место полностью подходит для Джейсона Вурхиса. Далее вон еще тот самый поселок, о котором я уже говорил, это второй поселок. Здесь также живут некоторые люди, но я не знаю, как они могут здесь просто жить. Ведь здесь так просто пропадают без вести люди. Очень часто находит трупы. Окей, вот Настя уже подлетела к этим домам. Посмотрите, это такая жесть, банда. Здесь два разваленных дома и один целый. Мне кажется, что в этом целом живет Джейсон Вурхис. Тем не менее, Настя, пора подлететь. Окей, что-то видите, банда? Этот дом выглядит очень заброшенным. Здесь все просто заросло и все. Окей, тем не менее, не будем делать ранее вывод. Возможно, здесь живет Джейсон Вурхис. Возможно, он живет в тех заброшенных домах. Окей, Суприм Банда, просто жесть, мне не верится в это. Ведь вдруг здесь реально живет Джейсон Вурхис. Окей, вот Настя прилетает к второму заброшенному дому. Он полностью разваленный. Даже не знаю, как здесь может жить Джейсон Вурхис. Потому что дом очень развалинный. Здесь запросто может пойти дождь. И что тогда будет, просто намокнет. Окей, пока что ничего плохого здесь не видно. О, посмотри, на воротах там сидит мальчик. Это просто жесть, там живой человек, банда. Возможно, он не знает, что они в Вурхисе. Или, возможно, просто обманул подписчик. Тем не менее, бро, там кто-то есть. Если бы здесь жил реальный Джейсон Вурхис, то мальчик бы так просто здесь не был. Или, возможно, какой-то турист. Тем не менее, бро, пока что ничего не понятно. Окей, Настя, давай попробуем полететь к тому поселку. Возможно, мы там увидим Джейсона. Возможно, банда, он уже вышел на охоту, чтобы кого-то убить. Это просто жесть, банда, мне все еще в это все не верится. Окей, я пока что ничего не вижу. О, посмотрите, видишь, там кто-то идет. Да. Кто-то в зеленой кофте, банда. Возможно, это он, черт. Просто жесть, господи, присмотрись. Ой, господи, ты видишь это? Да. Это же честно, зеленая кофта, белая маска. На стене белое лицо, очень размыто видно. Скорее всего, что это его маска. Просто жесть, банда, посмотрите, это Джейсон Вурхис. О, господи, он реально тут идет. Это реальный Джейсон Вурхис, банда, он все же существует в реальном мире. Он реально здесь живет. Это просто жесть, банда, мне в это не верится. И куда он вообще идет? Он, скорее всего, идет себе домой, банда. Просто жесть. То есть, банда, подписчик нас не обманул. Он реально сказал правду, что Джейсон Вурхис живет в этом поселке. А точнее, в такой безлюдной улице, полностью от цивилизации отстраненной. Окей, откуда ты идет? Скорее всего, что он реально идет домой. О, господи, на улице сильный ветер, банда. Именно поэтому управление дроном очень сложное. Иногда будут какие-то колывания. Тем не менее, бро, не обращайте на это внимание, ведь мы реально снимаем Джейсона Вурхиса. Просто жесть. Он реально существует в реальном мире. Я думал, что он демон и живет в каком-то потустороннем мире, но он реально здесь. Окей, банда, он уже как-то доходит.
доходит. Он доходит до этой улицы. Это просто жесть. Вот у меня прям мурашки по коже от того, что мы снимаем реального Джейсона Вурхиса. Он поворачивает. Он тоже идет себе домой, банда. Господи, мне просто в это все не верится. Окей, что он будет делать дальше? О нет, там же тот мальчик, Настя. А что если он захочет его убить? Господи, пожалуйста, пусть мальчик уже убежит оттуда. О нет, он все еще там. И Джейсон Вурхис идет туда, банда. Вы это видите? Это просто жесть. Мне в это прям не верится. О господи, банда, я очень надеюсь, что все-таки мальчик успеет убежать. Мальчик был все еще там, черт. А где Джейсон Вурхис? О господи, он просто куда-то пропал, его уже не видно. Куда он делся? О господи, я говорил, что он монстр, он просто телепортируется. Черт, где он вообще? О, вот он, банда, о нет! Он взял топор, черт! Просто жесть, он идет к этому мальчику, черт, суприм, банда! Это просто жесть, мне в это не верится. Неужели он реально его убьет? Он подкрадывается к нему, банда, вы это видите? О господи, пожалуйста, не трогай его. Черт, суприм, банда, неужели он его убьет? О господи, черт! Это просто жесть, вы это видели? Он просто его вырубил, банда, мне в это не верится. О господи, окей, вот он уже его тащит. Он вырубил этого человека. Это просто жесть, суприм, банда, мне реально в это все не верится. Это реальный Джейсон Вурхис, он только что в наших глазах совершил убийство. Просто жесть, куда он его теперь тянет? Скорее всего, банда, что он теперь его тянет куда-то в свой дом. О господи, что он будет дальше с ним делать? Я очень надеюсь, что он не будет его расчленять. Это такая жесть, суприм, банда, мне просто в это все не верится. Он реально его убил. О господи, мы сняли реальное убийство. Думаю, что уже с этим видео мы сможем 100% отправиться в полицию и дать показания против Джейсона Вурхиса. Возможно, полиция сможет его поймать. А чё, бандон, демон может запросто выбраться. О, посмотри, он тащит его в этот заброшенный дом. Он его поднимает, чтобы пронести. Просто жесть, суприм, банда, я просто в это все не верю. Подписчик нас демонулся, живет реальный Джейсон Вурхис. И мы даже сняли реальное убийство. Окей, он его затаскивает в этот дом, что он будет с ним делать? И на это, Настя, такая жесть, банда. Окей, посмотри, в этом доме даже есть какая-то икона. То есть все это делает перед иконой, банда. Мне просто не верится, это реальный Джейсон Вурхис. Тот же самый, что в мифах и легендах. Окей, он вытянул черный мешок. Неужели он будет просто его замотывать черные мешки? О господи, суприм, банда, что он вообще делает? Я не понимаю, зачем он тогда его убил? Ради какого-то интереса или что? Он даже его не ограбил, ничего не сделал, уже его заматывает мешки. То есть он просто хочет избавиться от трупа. Это просто жесть, банда, реально ничего не понятно. Что вообще в голове этого Джейсона Вурхиса? Окей, тем не менее, мы пока что просто с ним наблюдаем. Интересно, что он будет делать дальше. Но это, видимо, уже 100% все полиция, чтобы они рассмотрели это. Это такая жесть, банда, он реально в наших глазах убил человека. О господи, он реально его заматывает мешки, но зачем? Зачем он все это тогда делает? А также, банда, еще непонятно, как его из людей никто не заметил. Ведь, как мы видим, этот дом полностью заброшен, он расвален. И если бы кто-то просто проходил полз этого дома, он бы заметил здесь Джейсона Вурхиса, который просто так заматывает труп. Это такая жесть, суприм, банда, он реально это делает. Но зачем он его вообще убил? Какой мотив его убийства? Он просто его убил, даже ничего его не ограбил, ничего у него не украл. И просто теперь его заматывает. Возможно, банда, он это делает в свое удовольствие. Или же он это делает специально, чтобы на этой улице больше никто не жил. И он только остался здесь сам со своей мамой. Тем не менее, Брон просто его уже замотал. Просто посмотрите на это, он уже почти его замотал. Это такая жесть, господи. Окей, что сейчас будет дальше делать? Он, наверное, его опытает своим скотчем, или что он будет дальше делать, что там обычно делают эти маньяки. Мне прям мурашки по коже от всего этого. Мы уже видели очень много трупов, но такого убийства мы никогда не видели. Окей, Настя взяла полностью вверх, он уже его обмотал. Что он будет дальше с ним делать? Окей, здесь нету никого, здесь просто никто не проходит. Мы уже сколько здесь снимаем, здесь никого не было, никакого человека, никакой машины. Окей, он его куда-то тащит, посмотри на это. Это такая жесть, суприм, банда. Он реально это делает, просто посмотрите. Он реально его тащит. Это не какой-то монтаж, не какой-то футаж. Он реально это делает, банда. Мне просто в это все не верится. Окей, он дотащил его дороги. Что он будет дальше делать? Просто его бросил. И он просто его куда-то тащит. Но зачем? Возможно, банда, он куда-то эти трубы потом закапывает в полях. Или, возможно, выбрасывает его в тех лесах. Тем не менее, Брод, думаю, что нужно за ним проследить и узнать, что он будет дальше с ним делать. Окей, Настя все еще за ним следит. Это просто жесть, суприм, банда. Мне просто в это все не верится. Мы реально снимаем настоящего Джейсона Вурхиса, который сделал реальное убийство. Окей, он дальше его просто тащит. Тащит его направо, где мы не были. Также, банда, мне еще непонятно, почему он его затащил в этот дом, который на вид какой-то немного заброшенный, потому что там даже видно, что нет никакого окна. Почему он его просто туда не затащил? Окей, банда, а также, возможно, мы сейчас увидим, куда он выбрасывает трупы. И тогда мы сможем это видео передать полиции. И тогда уже, возможно, полиция хоть что-то сделает. Потому что все знают, что он здесь живет, все знают о его убийствах, но никто ничего не делает. Окей, тем не менее, бро. О, господи, а что если кто-то будет идти ему навстречу? Что если он кого-то встретит? Он тоже тогда его убьет или что? Потому что он тащит реальный труп. Что здесь будет какой-то турист или что-то типа того? За него тащит здесь уже какая-то горка. О, господи, посмотри, он просто его бросил. Он его просто пинает. Это жесть, банда. Мало того, что он его убил, теперь еще над ним издевается. Просто жесть, него бросает, пинает. Это такая жесть, суприм, банда. Мне просто это все не верится. Он просто издевается над этим трупом. Получается, банда, что он убивает их ради удовольствия. Это просто жесть. Посмотрите, что он делает. Это реальный маньяк-убийца. Мне просто в это все не верится. Окей, он просто его тащит.
Ваш из него издевается. Это такая жесть, супербанда. Это реальный маньяк-убийца, это реальный Джейсон Воорхис. Окей, он просто его куда-то тащит, здесь уже кусты сложно видно. Попробуй плететь прямиком по этой дорожке. Возможно, мы тогда увидим, куда он его тащит. Возможно, мы уже заранее будем знать, куда он его притащит, банда. Потому что в этих кустах можем его запросто потерять. Окей, банда, Настя уже подлетает к концу этой дороги. Просто посмотрите, это все-таки озеро. Неужели он сюда выбрасывает все свои трупы? Просто жесть, супербанда. Посмотрите, какое оно огромное. Здесь реально не будет видно никакого трупа. Окей, Настя уже сюда подлетает. Скорее всего, что Джейсон Воорхис реально сюда идет. Просто жесть, посмотрите, какое оно огромное. Окей, вроде бы пока что ничего не видно там. В этом озере ничего нету. Возможно, банда трупы просто уплывает куда-то. Окей, тем не менее, пока что ничего не видно. О, он уже подходит сюда. В дерево его видно, это просто жесть, банда. Неужели он реально его сюда выбросит? Это такая жесть, супербанда. Неужели он реально выбрасывает все свои трупы в озеро? То есть, получается, здесь уже было очень много трупов. Окей, банда, он уже подходит сюда. Я, в принципе, ничего не вижу, никаких кульков, никаких трупов здесь не видно. Он реально сюда идет, банда! Вы это видите? Он реально подходит к этому озеру. Просто жесть, подлети, блин, чтобы рассмотреть его. Это такая жесть, супербанда. Он реально выбрасывает трупы в озеро. Он реально сюда его тащит, банда, просто посмотрите на это. Он просто вот так выбросит сюда и все. О, господи, черт, просто посмотрите на него, банда. Он реально его выбрасывает, господи. Он реально его выбросил, банда. Джейсон Воорхис реально выбросил этот труп и просто ушел. Окей, Настя просто улетает сюда, это такая жесть. Мы и так сняли много всего лишнего. Это жесть, супербанда, мне просто в это не верится. Супербанда, вот комментарий с прошлого видео. Просто вглядь, какие они шикарные. И дальше комментарии. А брось, вдруг ты хочешь посмотреть видео, всего лишь нужно опуститься ниже. Нажал лайк, колокольчик и все, вроде же новое видео. Лайк, колокольчик, комментарий на видео, бандит. А также, бро, подписывайся на мой канал, чтобы быть супербанд. И помни, что уже совсем скоро я сниму русалку, так что скорее ставь лайк. И, бро, подписывайся на мой инстаграм, на инстаграм Насти. Мы своих с Настей инстаграмах, мы общаемся с вами, супербанда. Всего лишь нужно подписаться на мой инстаграм Насти, написать нам в директ и все. Уже совсем скоро мы тебе ответим. А также, бро, помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!